С начала года с помощью камер видеонаблюдения Центра управления чрезвычайными ситуациями в Туркестане зафиксировано более 900 данных о пешеходах, пересекающих дорогу в неустановленных местах. Нарушители привлекли к административной ответственности. В целях предупреждения несчастных случаев полицейские проводят систематические мероприятия. Безопасность на дороге тесно связана не только с водителями, но и с пешеходами. Несмотря на то, что жители пересекают дорогу, все их внимание приковано к телефону, слушают музыку через наушники или разговаривают по телефону. Это беспокоит и пешеходов, и водителей. По словам полицейских, пешеходам, которые пересекают дорогу в неустановленных местах, грозит штраф в размере 2 МРП. В случае повторного нарушения в течение года штраф увеличивается до 10 МРП. С начала года в городе Туркестан камерами видеонаблюдения Центра оперативного управления выявлено более 900 случаев перехода пешеходами дорог в неположенных местах. По указанным обстоятельствам составлены протоколы в соответствии с частью 1 статьи 615 Административного кодекса в размере 2 МРП.